Говоримо про найважливіше з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, маємо насичений новинами день четверга, але перед тим, як ми починаємо нашу з вами розмову, ми не забуваємо про наші традиції на цьому стрімі та звертаємося до нашої з вами аудиторії, до наших глядачів. Просто зараз в цьому відео поставте лайк наперед, якщо не сподобається, традиційно в кінці забираєте. Напишіть от прямо зараз коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Також прямо зараз можете написати і підпишіться на цей ютуб-канал, тому що ті меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей, а це точно важливо. Пане Романе, почнемо наш стрім з хороших новин про те, що морські та повітряні дрони уразили російську базу берегової охорони в Криму на озері Донуслав. Минулої ночі внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів в Криму є певна бавовна. От що вам про це вже відомо? Про які дрони ми вже можемо говорити, та чим важливий цей напрям для російської армії? Работала служба безопасности в тесном контакте с военно-морскими силами Украины и выполнила боевую задачу. В Донузлаве россияне пытались провести учения по его обороне там некоторых позиций, но сами нарвались на атаку и там нанесены такие серьезные поражения, по крайней мере, в течение суток, я думаю, СБУ с ВМФ это подтвердят. Давно не было такого рода атак. Последние атаки в основном были точечные, в основном беспилотниками по определенным целям, не масштабные, а это масштабная комплексная атака, за которое мы давно уже заждались, в конце концов, потому что по службе безопасности и Главное управление разведки в последнее время подготавливались к определенным действиям. Мы ждали уже работу по Керченскому мосту, по Новороссийскому терминалу и Новороссийскому порту. Российские корабли покинули Крым. Часть из них сейчас прячется именно в Новороссийске, часть ушла в Азовское море, часть ушла через Дон и Донской канал, Волгу, в Каспийское море, то есть пополнила Каспийскую флотилию. То есть они как тараканы разбежались под плинтуса, но тем не менее работа продолжается. Некоторые еще части обеспечения российского флота остались в Крыму, и они будут попадать под уничтожение. Вот этот удар примерно выполнение такой задачи. Пане Романе, речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко зазначив, що морські дрони Sea Baby можуть переносити вибухівку вагою понад 1000 кілограмів на відстань понад 1000 кілометрів. Фактично, станом на цей момент вони можуть вразити кораблі росіян у будь-якій точці Чорного моря. Ну, тобто, тут ще повторюсь, і можна констатувати, що, по суті, у Чорному морі для російських окупантів не залишилося безпечних місць, а виходить, що переховування кораблів у Новоросійську, про які ви згадували, від українських дронів, є досить умовним. Та ми розуміємо, що там окупанти встановлюють бонові загородження, різні сітки, та чи допоможе їм це? Ну, дело в том, что они действительно могут спрятаться под в основном береговыми комплексами и системы противовоздушной обороны и системы обеспечения безопасности порта. Поэтому с точки зрения возможности прикрыть суда свои, вернее, корабли Черноморского флота, в принципе, действие правильное. Вопрос, сколько их там может поместиться. Дело в том, что в Новороссийском порту помещается раза в три меньше судов, чем, допустим, в Севастопольской бухте или в крымских портах и бухтах. И для россиян это большая проблема. Это, кстати, как раз было одной из, наверное, основных причин, почему россияне напали на Крым в 2014 году. То есть им надо куда-то было деть излишек флота российского. Ну вот поработали наши спецслужбы и вооруженные силы Украины и решили эту проблему для россиян. Ну, уничтожили почти три десятка кораблей и решили вопрос этот. Им уже не нужен Севастополь, не нужен Крым. Оказывается, весь Черноморский флот сейчас может спрятаться в Новороссийской бухте. Вот так с этого надо было и начинать 10 лет назад. Затопили бы им три десятка кораблей, и не было бы вопросов по Крыму, и не нужно было бы уничтожать инфраструктуру Украины, терять своих же солдат, там полмиллиона как минимум отминусовано сейчас.
Потому неправильные, ну это проблема россиян, у них проблема с выстраиванием цепочки причинно-следственных связей и, естественно, принятие решения всегда неверное. Но сейчас мы, в принципе, выполним то же самое, только слишком большими потерями и для себя, и для россиян. Тепер, пане Романе, від Криму до ситуації безпосередньо на фронті. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко запевняє, що росіяни ймовірно готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізькому напрямку. Він сказав наступне, що вони стягують війська з різних регіонів, із Новоазовська та Донецька. Вони рухаються в бік Запорізької області вже не через Бердянськ та Приморськ, а найчастіше цей напрямок Розовка, Пологи, Токмак. І він запевняє про велике скупчення військової техніки та особового складу. Пане Романе, питання до вас як до військового аналітика. Чи бачите ви сигнали, що росіяни дійсно готують наступ на цьому напрямку? Наскільки ми в цьому плані там готові? І чи може ця спроба наступу росіян стати успішною? У росіян по плану вихід на границі Донецької та Луганської області. И это та задача, о которой мы с вами проговорим уже где-то как минимум больше полугода. Те остатки наступательных сил, которые у них остались, то есть того потенциала наступательного, они сейчас перераспределяют, понимая, что уже прорыва Восточного фронта не будет. Достаточное количество сил, средств, которые сейчас брошены на Восточный фронт, не дают россиянам спрогнозировать такого развития событий. Потому они те ресурсы, которые были сейчас в резерве на Восточном фронте, которые готовились для прорыва и входа на оперативный простор с востока на запад, сейчас они их перебрасывают на юг. То есть в район Запорожского фронта, это как раз Времевский выступ, Урожайное, Старомайорское, для того, чтобы выйти с юга на Покровск. То есть с востока не получилось, сейчас будут пытаться выйти с юга, восстановить тот же Времевский выступ, Времевское пленение так называемое, которое мы срезали в прошлом году. Это им выход с юга на Времевку, потом на Новоселовку, потом в сторону Покровска. Это как раз граница Донецкой области. То есть они хотят с юга на север подняться вдоль этой границы, плюс им не дает покоя до сих пор то вклинение наше, которое мы в прошлом году выполнили в их ряды в сторону Токмака, то есть район Работино. И россияне также на этот участок сейчас перебрасывают дополнительные силы. Это я бы не сказал, что это какая-то широкомасштабная наступательная операция, это вот решение этих двух вопросов. Практически тех, они хотят нивелировать те успехи наших войск, которые мы достигли в прошлом году. Друзі, до вас звертаємося. Ви можете підтримати наших захисників, долучитися до фонду 24 каналу, переходьте до актуальних зборів і донатьте на Сили оборони України. І також ми бачимо, що ви нам усі пишете, тому якщо у вас є якісь запитання до пана Романа, ставте їх, ми їх процитуємо. І напишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Нам дуже приємна ваша активність і участь в цій прямій трансляції. Пане Романе, до того, що відбувалося на території країни-агресорки у Єкатеринбурзі горіло одне з приміщень заводу «Урал-Транс-Маш», котре виготовляє у тому числі військову техніку, зокрема, там випускали САУМС та С і інші артилерійські системи. У разі призупинення цього заводу, до прикладу, на якийсь тривалий час, якими можуть бути наслідки для російського ВПК, військово-промислового комплексу, і як це, можливо, вплине на ситуацію на фронті та чи взагалі вплине? До уральских заводов около 2000 километров, до военных заводов Урала. Достать туда можно несколькими путями. Оптимальный вариант – это, конечно, томагавки. То есть, но пока, по крайней мере, у нас такой надежды нет, что нам их передадут. Но запрашивать уже нужно. Почему? Потому что уральские заводы военные, они производят где-то треть, это минимум треть, а то и до половины всей военной продукции. Достать туда можно еще беспилотниками, хотя нанести, конечно, удар беспилотниками такой же, как ракетами, но это надо слишком много беспилотников, и одномоментно не получится, потому это больше будет похоже, если будут туда уходить беспилотники на 2000 километров, это будет больше похоже на разведку боем, а не нанесение реальных боевой потери именно военным заводам. Их очень сложно вывести из строя.
А есть один из вариантов, это работа групп, диверсионно-разведывательных групп, либо привлеченных для этой цели местных групп, которые работают в том числе на свою независимость. Там довольно-таки много сейчас этих механизмов уже запустилось, и партизанских, и группы сопротивления в России есть, и они выполняют задачу, боевую задачу уничтожения вот такого рода заводов, в том числе и такого рода заводов. Если его уничтожить полностью, то россияне не смогут производить и восстанавливать САУМ СТАЭС. Это одна из основных передвижных систем артиллерийских российских, 152-й калибр, в паре с «Орланом» довольно-таки грозное оружие, то есть они неплохо их используют для выполнения определенных задач на линии боевого соприкосновения. Они довольно-таки опасные противники в контрбатарейной борьбе. Именно это САУ, в паре, еще раз повторюсь, с глазами разведчиками «Орланом». И уничтожение именно на самого производства, конечно, большой плюс для нас, потому молодцы ребята, которые выполнили такую задачу или попытались, по крайней мере, ее выполнить. Пане Романе, от перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, до обговорення наступної теми, ми традиційно і звертаємося до нашої з вами аудиторії. Нагадую, що стати учасником стріму дуже просто. Можете лише написати коментар під цим відео. Просто зараз можете написати, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна, і поставте цьому відео лайк. Пане Романе, маємо доволі цікаві заяви зі Сполучених Штатів Америки, я б сказав, навіть провокаційні. Бен Ходжес, це американський генерал у відставці, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, запевнив, що США не допомагає Збройним силам України перемогти і не ставлять перемогу України в війні проти РФ як ціль. І тут він роз'яснив, що Білий Дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги України, а перешкоджає цьому надмірний страх перед погрозами РФ використати ядерну зброю. От хочемо почути вашу аналітику стосовно таких заяв і таких меседжів, які лунають, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки. І от якщо говорити от в контексті цієї логіки, то про яке закінчення війни тут говорить Бен Ходжес? Ну, военные прямолинейно, конкретно показывает политикам, своим политикам, опять он не имеет в виду Соединенные Штаты как народ или как Конгресс, допустим, он конкретно показывает пальцем на Белый дом, на ту администрацию, которая руководит сейчас Белым домом, а значит руководит внешней политикой Соединенных Штатов. О том, что поддержка Украины, она должна иметь какую-то конечную цель, а не процесс как таковой. Так вот, то, что касается действия администрации Байдена на данный момент, они поддерживают процесс, а не видя или не ставя задачи уничтожения российской армии, восстановления на нашей территории, восстановления независимости, государственной целостности, выхода на госграницы, восстановления суверенитета страны. То есть этого и даже военные не видят, но показывают, что это должно быть целью. А для достижения этой цели нужно достаточное количество боеприпасов, естественно, с разрешением их использовать по военным объектам Российской Федерации, где бы они ни находились. Это не касается только даже России, не говоря уже об оккупированной территории Украины. Это касается любого военного объекта, где бы он ни находился. Мы имеем право, согласно международным конвенциям, законам, уничтожать любой военный объект России, хоть под Аляской, хоть во Владивостоке, это неважно. То есть, но для этого нам не должны связывать руки, уже Ходжес об этом говорит. Это, кстати, очень хороший сигнал, когда уже военные начинают, ну, мягко так сказать, наезжать на своих политиков. В конце концов, вы либо воюете, либо просто тогда уйдите, пусть другие политики зайдут и будут воевать. Вот тогда, кстати, это, кстати, очень хороший сценарий, именно такой. Эта команда, байденовская команда, она уже воевать не будет. Они 10 лет, за 10 лет, по крайней мере, нашей войны против России 2014 года, они это доказали. Они будут поддерживать процесс, не давая возможности нам победить, не давая возможности вернуть наши территории. А у нас не так много
вооруженных сил, у нас не так много времени, у нас не так много возможностей для того, чтобы десятилетиями, так сказать, проводить такого рода действия. Ну, я думаю, как раз в этом смысле вопрос будет решен после ухода этой команды, а это уже практически решенный вопрос ухода этой команды с политического олимпа Білого дому. Пане Романе, поки нам не дозволяють бути зброєю західного зразка по території країни-агресорки, тим часом солдати Легіону Свободи Росії здійснюють диверсійну операцію на території Росії. В результаті було спалено кілька одиниць військової техніки. Бійці виконали диверсію в Пермському краї. Техніка знаходилася на території військового аеродрому. Ми розуміємо, що це не близько до кордону. Пермський край – це доволі далеко за Москвою. А наскільки є більш загальне запитання, ви сьогодні згадували і Урал. Наскільки є складним в плані підготовки такі диверсійні операції в тилу ворога, якщо тут говорити і окремо як про Легіон Свободи Росії, якщо це аеродром, то чи варто очікувати окупантів, що наступного разу загориться їх і літак військовий? Все зависит от того, откуда производится атака как таковая, с заходом или без, то есть используются группы на территории страны или заходит за нитку, допустим, группа. У нас некоторые группы проходили 600 километров, гуровские группы, вот одна из них на отходе потеряла командира. Есть такая беда, как раз уничтожали аэродром. Вернее, не аэродром, а летную технику на аэродроме. То есть такие очень опасные задачи, которые выполняют некоторые представители, в том числе и Российской Федерации. Единственное, что немножко коробит название «Свобода России», все, что связано с Россией. Вот была бы эта группа уничтожения России, вопросов нет, не было бы. У нас дело в том, что пока будет Россия, неважно, будет она свободная, она будет несвободная. Сейчас она свободная, а потом несвободная. Приходит какой-нибудь очередной Путин, и пока есть Российская империя, пока есть Россия как таковая, для нас это большая проблема. Причем эта проблема выражается в сотнях тысяч наших жизней, которые мы теряем, когда какой-нибудь очередной, мягко скажем, не человек, не знаю, как его можно назвать, этого Путина и того, кто стоит рядом и разворачивает боевые действия, причем поддерживаемые двумя третями населения этой России, этой самой России. Потому для нас важно не свобода России, а уничтожение России. Вот это им, этим легионам надо просто переназваться. Это как минимум для того, чтобы нас не коробило, потому что в каждой семье беда. В каждой семье украинцев беда. И эта беда, это россияне, это Россия. Любое обозначение этой территории, республики, неважно, империи, как угодно, вызывает идиосинкразию, такая внутренняя боль, она уже въелась в нервы каждого украинца. Потому если и помогают нам кто-то в России, так не за Россию, а за Ичкерию, за Ингушетию, за Дагестан, за Татарстан, за Бурятию, за Якутию, вот за это еще понятно, а вот за Россию не надо. У нас задача її розрушити, а не освободити. Тепер, пане Романе, від російських літаків, які ми активно знищуємо, давайте перейдемо до наших, які ми незабаром отримаємо. Про F-16 давайте поговоримо. Один з депутатів, який ознайомлений з процесом передачі F-16 в Україну, запевнив, що Україні обіцяли вдвічі більше F-16, ніж готували пілоти. Тепер наше слабке місце не літаки, а люди, ну, пілоти, очевидно. Чи дійсно є така проблема, на вашу думку, і наскільки в нас дійсно вистачає ресурсу пілотів, які готові літати на західній техніці? Поки воздушні сили возглавляє не льотчик, а ПВОшник, поки вони не будуть знати о льотчиках. Ну, це разные направления, це різні роди і види військ, абсолютно різні. Їх соединили в 2004 году. Причем на данный момент как раз с очень плохой системой управления. ПВО руководит летным истребителями и летчиками как таковыми. Так они не знают летчиков. Мы же недавно слышали некоторых представителей
воздушных сил, которые не знали летный состав. Так вот, пока они будут руководить, они не будут знать летчиков. Ну, а, естественно, летный состав, летчики не будут знать эти воздушные силы. Надо восстанавливать военно-воздушные силы, ставить командующего истребителя. Оптимальный вариант – это вообще летчика, который на F-16 уже будет выполнять боевые задачи. Командующим вводить его в генштаб для того, чтобы он участвовал, или, по крайней мере, целый вид, новый вид военно-воздушных сил участвовал в стратегическом планировании. Вот только тогда летчики потянутся в авиацию. До этих пор, пока ПВОшники будут руководить, летчики, мягко так скажем, найдут причины, как не попасть под руководство ПВОшников. А вот дальше уже решать вопросы военно-политическому руководству. Восстанавливать военно-воздушные силы, исправлять эту системную ошибку, которая была, или как ошибка, то есть в качестве, там, допустим, недомыслия, скудоумия, ну, не дай бог, злого умысла, хотя это тоже нельзя исключать. В 2004 году это могла быть диверсионная операция такая, которая развалила военно-воздушные силы. Пане Романе, ми вчора з вами згадували обмін полоненими про те, що Україна повернула 95 військових, і захисник Маріуполя та колишній військовополонений Віктор Лахно з позивним Лелека заявив, що при крайньому обміні в Україну повернули українського військового, який співпрацював з Росією і був причетний до знущань над азовцями. У своєму пості Лахно повідомив, що ось ця людина хотіла отримати громадянство Росії і відмовитися від українського. Тут хочеться запитати вас, чому, на вашу думку, Росія могла додати ось цього військового в списки на обмін? І чому, на вашу думку, наша сторона затвердила цю людину на обмін, враховуючи те, що військовий, захисник Маріуполя, який розповідає цю історію, він інформацію вже передавав відповідним органам. І, напевно, що ці відповідні органи чи не відреагували, або ж знали, проте сталося якась дивна річ. Выход из плена, он после выхода из плена есть определенный этап восстановления, в котором включаются механизмы уже внутреннего дознания. То есть у нас неплохо работает система контроля, и включающая, допустим, полиграфы. Полиграф обмануть практически никому не удастся, и потому правильно заданные вопросы, хороший графолог вскроет любую консерву, которую, допустим, попытаются россияне нам воткнуть. Потому я не вижу какой-то большой проблемы, допустим, в этом. То есть вопрос этот будет решен, если там действительно есть состав преступления, и реакция наших органов военного дознания, ну, будет полной, то есть стопроцентной. Почему? Потому что это не массовый обмен, и, в принципе, фильтрацию будет проходить каждый из военнопленных. Потому как раз вот с этой точки зрения проблем в Украине точно не будет. А почему, допустим, если это так на самом деле, почему россияне могли попытаться или пропустить, допустим, такого рода обмен? Да там бардак просто-напросто. Там у России реальный бардак, во-первых, очень много наших военнопленных у России. В основном тех военнопленных, которых, допустим, согласовываются наши органы. То есть у нас в разведке есть определенный отдел, который занимается обменом военнопленными, и, естественно, это все согласование происходит с нашей стороны больше, чем даже с российской. То есть, а у россиян бардак на полном серьезе. Почему? Потому что количество раз, а второе, они не сильно заинтересованы в самом обмене как таковом. То есть сами россияне не заинтересованы. Почему? Потому что они этим обменом, они пытаются расшатать ситуацию внутри нашей страны, не отдавая людей на обмен, не участвуя в определенных механизмах обмена. Они создают напряженность внутри Украины и давление на военно-политическое руководство. Для них этот, в принципе, механизм очень такой действенный, и они им пользуются. Почему и мы, в принципе, не видим большого количества обмена?
то есть больших обменов. Хотя участвуют уже вроде как и политики, отошли в сторону, сколько их просили, отойдите, не мешайте, должны разведки заниматься. Но из-за того, что у россиян вот такой механизм воздействия на внутреннее общество наше украинское, они будут затягивать эти все обмены, ну и не сильно отслеживают, я думаю, как раз вот такие процессы. В режимі торможення їм, то, в принципі, все одно, кого вони передають. Пане Романе, президент Зеленський сьогодні запевнив, що ми можемо завершити цю війну дипломатичними зусиллями та силою зброї. І одночас міністр оборони Рустем Омєров сказав наступне, що Україна знайде рішення на полі бою, незалежно від результатів американських виборів. Розтлумачте, про що, на вашу думку, каже міністр оборони? Чи йдеться тут про зміну стратегії війни? Якщо так, то на яку, на вашу думку? Ну, здесь просто набор слов. Нельзя завершить войну военно-дипломатическим путем. Ну, он либо военный, либо дипломатический. Если он военный, это значит, мы возвращаем свои территории и боремся с российской оккупацией, пока не выходим на наши границы, а дальше будем разваливать Российскую Федерацию, я уже сказал, почему это надо. А если это дипломатический путь, так это капитуляция. То есть, если идет какие-то контакты с противником, пока он находится, кроме огневого, пока он находится на вашей территории, это капитуляция. Потому словосочетание «военно-дипломатический путь» — это словосочетание примерно уровня «горящая вода». Ну, есть вещи, которые не поддаются анализу как таковому. Это вопрос к той канцелярии, которая пишет такого рода речи или пытается протолкнуть в украинское общество идею капитуляции. А выполнение боевых действий с Америкой, без Америки, с управлением или помощью американцев, или без помощи, оно все равно будет. Почему? Потому что наш противник не остановится от того, значит, неважно, кто будет руководить американским государством. Противник наш, он будет двигаться, значит, нам придется ему противодействовать. И это, естественно, работа военных. Потому только единственный путь, который может привести к освобождению Украины, это военный путь освобождения всех земель Украины, которые на данный момент находятся под контролем России. Пане Романе, за що ми вдячні нашим захисникам? Насамкінець хочу додати, що нам під прямою трансляцією пише військовий, який зараз перебуває під часовим яром, і він просить передати вам, будь ласка, велике вітання, тому передаємо вам, пане Романе, велике вітання. І хочемо, в свою чергу, також сказати дякую, тому що дуже приємно, що нас дивляться і наші захисники. Спасибо. Ребята держатся под часом яром. Там много моих друзей, донецких в том числе. И там очень тяжело сейчас выстоять и выжить. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику, за ваші чіткі відповіді. Да, Роман Світан, літчик-інструктор, полковник запасу української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами був Дослав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Ми все бачимо, все читаємо. Бачу цей пан Роман Світан, це дуже приємно. Підпишіться на цей YouTube-канал, та незабаром побачимось в ефірі на 24-му.